Мы через многое прошли, чтобы добраться до этого момента. Теперь мы, наконец-то, на одной волне. Может, мы и уладили дела в долине. Но теперь нам нужно быть готовым к вызову, который бросит нам мир. Близится турнир Секай Тайкай. Сейчас не время выходить из себя. Вы будете сражаться с лучшими в мире. Ну и для чего это нам? Для тренировки, как Рокки 4. Срубить дерево и пронести его по снегу. Что же может пойти не так? Даже когда жизнь вставляет палки в колеса, вы должны удержаться в седле. Наша сила в том, что мы преподаем оба стиля. Чувак, не нарушай этот баланс. Хрена ли я должен пересказывать тебе эту тему? Потому что мы понятия не имеем, что нас ждет. Только через боль раскрывается чемпион. Да, сенсей! Одно дело быть лучшим в городе, но совсем другое быть лучшим в мире. Значит, мне придется еще раз победить Роми. Я думала, ты в Мияги-до. Думаешь, ситуация улучшится, потому что я тренируюсь на заднем траве твоего отца? У нас лучшая команда, и этого нет. Они совсем справятся. Сука, думаешь, я не владею карате? Что это? Недаром господин Мияги скрывал этот секрет. Если мы это освоим, все будет возможно.